Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма. Сегодня у нас эксперимент. Сегодня у нас такой эксперимент. Вот Максим Сергеевич у нас решил стать банковским сотрудником, хочет взять кредит в банке. Не сотрудником, я менеджер все это, но продажи. Ты решил вот в эту сферу всю залезть, взять кредиты у еврейских жидов. У еврейских жидов, взять еврейский кредит. У этой системы, да. И я, еврейский родственник, помогаю Максиму Сергеевичу это сделать. Вот справа сидит мой партнер, который в Москве работает от моего имени. Он, Максим Сергеевич, придумал работу. Кем у нас работает Максим? Максим Сергеевич у нас типичный менеджер. Менеджер по продажам этих электроинструментов. Да. Промкомплект у нас называется так, организация. Вот смотрите, человек делает ремонт, консультирует, построит материал. Очень похож. Так далее. Брутальный, бородатый. Вопрос. Вот я сегодня не одел ни пиджак, как обычно, когда с кредитами ходят, не сбрил бороду, ракез. Вот дадут мне кредит вообще? Настолько все схвачено, что тебе можно не одевать ни пиджак, ни брить бороду. Да, даже штаны не одевать. Да, можно голым прийти, сфотографироваться и все равно дадут. Еще деньги в жопу засунуть? Ну, прям так и пошел. В жопу. Как попросишь, наверное. Ладно, короче, сейчас проводим эксперимент. Получится, не получится взять кредит. Ну, я не знаю, если меня спалит директор банка, хозяина, они же обычно голубцы. Педофилы, то как? Ну, как то мы его изловим и вылечим. Короче, значит так, если отказывают в кредите, соответственно, он педофил, и значит, можно хватать. Значит, можно ловить. Можно снимать новое видео. Идем в банк.